Дорогие друзья, сегодня у нас не просто знаковое событие, у нас событие историческое. Я хочу всем участникам строительства пожелать, чтобы мы не сорвали графики строительства, сделали это в срок. И для этого у нас все есть. И вот этот кризис, о котором мы говорим, развернувшийся в мире, он нам на руку. Высвободились строители, не проблема со строителями. Белорусские строители будут строить. Строительные материалы, нам некуда девать их сегодня. Это будет задействовано так же, как и атомная станция строится. Мы очень много металла, железобетона, рабочие наши работают, получают зарплату. Мы туда направляем. Поэтому это будет очень важная, очень серьезная, очень интересная стройка. И для газовиков, и для МЧС, и для железнодорожников, которые будут вести сюда железную дорогу. А это все люди, и это все их заработная плата. Поэтому я очень хочу, чтобы этот проект воплотился в жизнь на нашей родной Беларуси. И при нашем активном содействии. Ну что, Михаил Сафарбекович, я беру и тебе, а ты вкладываешь. Текст послания потомкам. 11 сентября 2015 года заложена эта капсула в памятный камень при начале строительства Лыжинского горно-обогатительного комплекса. Мы никому ничего не отдаем. Это все остается в нашем государстве. Железобетонно. Мы не жулики. И, наверное, вы меня вы в чем угодно меня можете упрекнуть, только не в жульничестве. Никому. Я сам этого не делал, никому не позволяю. За 20 лет никто у меня не погрел руки в государстве. Что касается гарантии цены на калийные удобрения, я уже выступая сказал, ну кто может дать гарантии? Вчера ты мог представить при цене $120 за баррель нефти, что нефть упадет сегодня до 40, если честно жить, не воровать, не жульничать и не брать чужое, мы выдержим любые цены. Мы в состоянии конкурировать. Калий нужен всегда, да? Сегодня мощности созданы на 80 миллионов, а продаем 60 примерно. То есть перепроизводство возможное. Но мы выстояли. Мы уже сегодня, по-моему, около $2 миллиардов за эти месяцы получили выручки. $2 миллиарда. Вот за этот период, который прожили при невысоких ценах. Шевелимся, нам доверяют. Спасибо. Успехов вам. Спасибо.